Так, итак, ребят, всем привет. Мы приехали в магаз с Мариком. Сейчас покажу, какой. Вот тут Марик стоит, курит уже. Перекур. Ехали долго. Да, Марик? А? Ехали долго, что перекур нужен. Ехали долго, перекур нужен. Вот. Идем в магазин, сейчас покажу, какой магазин. На улице уже холодно, капец просто. Я докурю и поведу. Хорошо, где ты меня найдешь? Где-то там, да? Ну все, я пошла. Снимать. Я не знаю. Ну как ты не знаешь? Где придется, там пойду. Идем посмотреть цены. Давно мы не были раньше. Выходили. Будем смотреть цены, что там продают. На меня так смотрят, как будто я не знаю, что. Я люблю так израильских детей, которые сюда сидят на земле. Вообще без проблем, что тут грязно, не грязно. Вот так вот. Лужа, они лужа. Ну, сидят на полу. Вот магазин. И ты видно, как называется. Вот называется вот так. Смотрим, что тут есть, смотрите. Книжки. Интересно, что там книжка. Израильская книжка. Вот тут. Ничего не понятно. Мне нравится. Я люблю вообще книжки. Все равно на каком языке. Напротив выпивка. Джек Дэниел. Все. Все, что нужно. В общем, цены вы видите. 100 шекелей 60. Доллар сейчас по 3 шекеля. 1 доллар 3 шекеля. Это новогодние подарочки, видимо. Интересно, что там внутри. Конфетки, наверное. Видите, 10 за 2. Вот открытая есть, смотрите. Там разные сок и конфетки, парочку конфеток. Вот. Это, на, видимо, этот был, как он называется, я забыла уже. Суккот. Он сейчас, кстати, у детей сейчас каникулы в школе. Все отдыхают. В общем, такого детского разного всего очень много. Вот, но есть и не только детское. Это типа Рафаэла местный. Ой, не Рафаэла. Я все забыла. Камеру включила, что забыла. Там что-то выбирает. Не знаю даже, что это за... Ну, вот это израильский шоколад. 20 шекелей, и тут 5... 6. Сколько тут плиток? За 20 шекелей. 7 штук, представляете? 7 штук за 20 шекелей. За 21 шекель. Это получается 3 шекеля шоколадка. В магазине она стоит 5 шекелей. Шоколадка эта. Поняли, да? Тут у нас какая детского всего. Блин, я так люблю. Хотя мне уже не по возрасту, но я люблю. Кто бы мне подарил игрушечку какую-то? Эта посуда, кстати, одноразовая. Вот это. Колесо у меня вот так открытится, готово. А, ну что я сделаю? Эта посуда одноразовая, чтобы вы понимали. Это одноразовый набор. Эти посуды сколько стоят? Ну, только с 30 шекелей. 30 шекелей. 100 приборов, 30 шекелей. Вот это 20 шекелей стоит. Так дорого. Ну, так это одноразовая, скажешь? Да, одноразовая. Просто кто видел когда-то одноразовые вот такие штуки? Вот. Нет, нигде, это только в Израиле. Только в Израиле такой. Нам, вот, нам надо вот такой вот брать. Ну, нам не такие надо. Вот такие, вот такие. Нам, мы желтые покупали. Ну, как желтые? Белые. Желтые мы покупали. Ну, тут нет. Так, ладно, идем дальше. Тут холодно, у меня рука трясется. Так, идем, ладно. Снимаем фрукты. Что по фруктам у нас? На, смотрите. Вот так вот делаю, чтобы цены были видны. Дыня 7. 7 гранат. Гранат прям, смотрите, из дерева сорванный. Классно, да? Прям сорванный из дерева. Бери и кушай. Красиво. Вот, айва. Есть. Такая, кстати, тоже не очень красивая.
Ананас. Марик пришел рад. А, да, я видела только что. Марик тоже заценил. Красиво смотрится. Вот причем тут манго по 13 шекелей манго, но тут маленький, кстати, Виктор, я видела намного лучше, красивее красный манго был и дешевле, о, тоже 12 шекелей стоил, а такой зеленый по 8 шекелей в Рамелеве есть. Это не вот, 17 шекелей дорого, персики, нектарин достаточно дорого, 15-17 шекелей для Израиля. Вот это я не знаю, что. Первый раз вижу. Марик, что это? Какой-то коко какой-то. Что это? Драконий фрукт. Так и мы и не знаем, вот, что переведи. Это. Что это, Максима? Не знаю. Что было? Непонятно что. Короче, мы читать не умеем. Аляти. А драконий фрукт и желтый есть этот. Кубо. Зеленый. Кубо. Я не знаю, что это. Красивые фотки получаются такие, знаете, насыщенные. Супер. Марик, спроси, что это? Кубо, Кубо сказала. Но не знаю, что это. Ладно, пошли дальше. Она еще тоже не знает. Смотрите. Это стоит 18 за 2. Вот это яблоки с грушей вместе. Да, да, прикольно. Вкусненькие, сочные. Это на гаванах у нас. Горячие. Это кактусы, которые на кактусах растут. Вот. Виноград по 22 шекеля. Яблоки все по 10 шекелей. Тоже большой выбор яблок. Все они 10 шекелей стоят. Пахнет яблочками. Хорошо. Марик ушел покупать, не выдержал. Кокосы, топинамбур. Смотрите, топинамбур. Кто там раньше его не ел? Выбрасывали. Вот он, топинамбур. Стоит 10 шекелей. Грибы дешево, кстати, очень. По 3 шекеля. Что это? 3 шекеля грибы? Или, может, не грибы в ценник? Ну вот, я не видела, еще сливы есть. А фрукты достаточно дорогие, между прочим. Вообще дорогие, как по мне. 20 шекелей. Скажи, фрукты дорогие. Я таких цен не было никогда в жизни в Израиле. Ну, сейчас вот дорогие, вот даже да в том это, году были вот дешевле. Сейчас идет борьба министерства. По 7 шекелей были финансов, персики. Финансы хочет остановить эту дороговизну. Вот у меня даже видео есть прошлое. 7 шекелей, 8 шекелей. Ну, это максимум их цена. Было, никогда в жизни таких цен не было. Вот сейчас... Ну, чтоб 15-20 шекелей это стоило? Ну, такого не было уж точно. Ну, это... 6 шекелей огурец, кто-то... Ну, в Викторе есть по шекелю. По шекелю и огурец, да. И помидор можно купить по шекелю в Викторе. Ладно, ты хотел тут сладости, не берешь? Ой, идем. Так, смотрит на меня, не пойми, что. Вот я сейчас украла. Что ты по 11 шекелей? Ну, 33 за 3, берем 3. Да? Ну, бери 3. Вот, это хлебцы, все, пойдем посмотрим, почем. Давай еще вот таких возьмем булочки. Бери. Вот, 6 шекелей бери. Ну, круассанчик возьмем, да. Вот, что еще? 10 шекелей, 9 шекелей пита. В общем, ничего удивительного. Она и стоит сюда 9-10 шекелей. Вот такие люди колоритные здесь купляются. Потому что это магазин, ну вот. Для них. Здесь вот такие, как мы, не скупляются. Тут все большими пачками, большими порциями берете. Видите, складочки сколько. Мало кто так и покупается, только они вот так скупляются. Вот, смотрите. Пошли на чай, кофе. Вот сюда, влево, поворачивай. А где лево вот это? А зачем сюда? Да тут чай. Нет, Марик.
Вот шоколад, вот чай. Вот тут чай, Малик. Так, видео будет очень длинное, наверное. Так, 20 за 5 шоколад. Что еще? Пошлите смотреть кофе. Я вам уже достаточно показала шоколада. Пасты, вот эти ксиланы по 10 шекелей. Тут ничего не меняется. Идем смотреть чай. Чай стоит тоже такие, не дешевый. Это 12 шекелей, 13 шекелей, 20 шекелей. 20 шекелей стоит твой чай, бери. Сколько упаковок? 40? 40? А я хотела вот выбирай, такой выбирай. Какой-то. Выбирай. Ну там был такой новогодний, а тут нету такого новогоднего. Ну блин. Так, шекель. Кофе стоит 24 шекеля, вот такая упаковка с 3 пачек. Поехали дальше. А где тут есть вкусный кофе какой-то? Какой? Не, нету вкусного кофе. Поехали, надо сахар. Поехали. Сахар, вот туда поехали. Вот туда. Вот видите, рясы продают какие-то. Сахар, мы идем за сахаром. Сахар, мука. Ну, нужен сахар. Скупляется тут очень большими порциями. Никто не скупляется по 2-3 штучки, как у нас привыкли в магазине. Блин, меня бесит мой голос через нос. Я не понимаю, почему аллергия на людей. Воду берем. Да дальше, Марик. Нам другая надо вода. Ну вот тут. Идем. Что вот это за напиток? Это лимонад? Ну лимон написано. Сахаром. Лимон с сахаром. Вот, о, прикиньте, вот такие канистры есть. Мари, давай такую канистру купим. Вот, это какой-то сок нам одержали. Вот, без сахара, фанта. Ну так это с газом. Ну возьмем... Две штуки за 11. Фанта? Да. Берем две такие. А есть вон такая фанта, давай одну такую возьмем. Яблочную. Я не люблю, но давай яблочную. А что ты не любишь, ты пробовал? Нет, не хочу. Ну. Мне нравятся люди, которые не пробовали, говорят, я не люблю. Я люблю все пробовать. Так, Марик пока ушел в другую сторону, я пошла в другую сторону. Покажу вам, как обычно, свои любимые эти ряды. Знаете, что, чем тут специй? Вот, пахнет по 7,50 все специи. 10. Короче, вот такое, блин, английское 5, это паприка. Паприка. Конфеты израильские. Конфеты израильские почем же? По 7,50 килограмм. Это, считайте, $2.5. $2.5 килограмм конфет. Так, это, как обычно, желейки по 5 шекелей. Сухофрукты 8 шекелей. 10 шекелей. Наборы разные. Ну, знаете, что так себе брать, потому что вот так вот я видела, что люди подходят, жмени берут, просто идут кушают. Это разные, знаете, с приправками. Семечки по 3,94 шекеля, 9 шекелей. Вот почем мне жареный кешью, я люблю жареный кешью, по 8,90. Ну, я вчера взяла по 9,50. В принципе, и что собрал? Вот сколько оливок. Кто любит оливки? Вида, это видео для тебя. Какой запах шелк стоит. Мальчик закрывает нос. Цены в Израиле очень изменились, мне кажется. Если сравнить мое видео прошлогодней давности, то отличается. Курица по 35, 25, 20 шекелей. Лосось 90 шекелей. Вы знаете, не замороженный. Что радует.
окуньки есть тоже, рыба есть такая, карпы Марик ловит, дорада есть, филешки уже. В общем, если что хотите, оливковое масло 30 шекелей стоит, $10, то есть легко и просто. Считайте мясо тоже, все по $10, и рыба, карп тоже $10 получается. Такие джемы есть. Интересно, 10 за 2. Можно купить, кстати. Огромный магазин, Osher Art называется, поэтому, кто не знает, еще приходите. Но, видите, скупляется тут по-крупному. Очень много заморозки. Всего очень много. Йогурты разные. Сметаны. Тортики. В общем, ассортимент огромный. Но скупляется тут, понимаете, вот так вот, вот огромными тачками. Точнее, не огромными тачками, обычные тачки, просто что они все забиты. Скупляются, вот, я не знаю сколько. Но сегодня четверг плюс еще. Считайте, завтра выходной. И послезавтра выходной. Вот Марик, я его нашла. Кто-то набирает бумагу. Оксана, я не знаю, какую бумагу брать. Ну, у нас такая была. Ну, бери ее. Не такая, у нас толще была. Так, мы купили с Марчеллой, смотрите. Слушай, я первый выкладываю. Мне надо еще взять эту бумагу. Вон, хорошо. Купили хороший такой сак, а то я шампунь домой взяла. Все, завтра будем интересное видео снимать. Я взяла эти фрукты попробовать. В общем, я не знаю, какое видео первое выйдет. Либо это, либо то, что мы пробуем. Засниму, как выглядит этот магазин снаружи. Как ангар, обыкновенный ангар. Да не, ну ангар-то ангар, просто название его. Вот он, Osher Art. Вот так называется. Вот такой магазинчик прикольный. Тут есть все, что нужно.